Дорогие друзья, сегодня вновь хочу вернуться к скорой, учитывая, что этот вопрос крайне важный и, как обещал, считаю правильным делать все возможное для того, чтобы скорая была скорой и было качество оказанных медицинских услуг. Мы говорили о том, что существуют проблемы и их надо решать. Одна из этих проблем – обеспечение автомобилями станции скорой помощи, автомобилями категории С и категории Б. У нас с вами на сегодняшний день практически завершилось поступление автомобилей категории С, и они следующим образом распределились по городам Саратовской области. Город Саратов – 10 автомобилей, это автомобили на базе Форда, на базе УАЗа и на базе Газели. Это Балакова, 4 автомобиля, Балашов, 2 машины, Энгельс, 5 автомобилей, Вольск, 2 автомобиля и Центр медицины катастроф, который работает в целом на Саратовской области. Вот таким образом поступление 25 автомобилей категории С завершено, и они распределены по главным нашим городам области, которые выполняют в том числе межрегиональную функцию оказания медицинских услуг. Кроме этого, должны поступить 24 автомобиля категории Б. Эти автомобили на базе «Газели». За счет привлеченных источников они будут закуплены, и начиная с 16 июня по 1 июля придут в Саратовскую городскую станцию скорой помощи. Таким образом, у нас будет закрыта полностью потребность по городу Саратову, а дальше уже будем решать вопрос оснащения автомобилями категории Б и районных наших станций скорой помощи в других городах и районах Саратовской области. Но для того, чтобы решить проблему скорой помощи, нам крайне важно укомплектовать медицинскими кадрами станции скорой помощи, в первую очередь врачами, потому что без врачей у нас не могут работать бригады, особенно на таких автомобилях, которые укомплектованы высокотехнологичным оборудованием. Это автомобили категории С, бригада, где обязательно должен быть врач. На станции скорой помощи города Саратова не хватает 32% врачей. В районах еще потребность больше. И в этой связи хочу обратиться к тем, кто заканчивает срок обучения в нашем медицинском университете в городе Саратове. Мы сделаем все для того, чтобы была престижная работа на скорой. Поэтому вы подумайте, если у вас есть желание посвятить себя работе врача на станции скорой помощи, сделайте свой выбор, не пожалеете. В этом году начнем строительство домов служебного жилья для врачей скорой помощи города Саратова. На будущий год это жилье будет готово. Те, кто придет на работу на станцию скорой помощи в город Саратов, в этом году, на будущий год, будут в конце года следующего этим жильем обеспечена. И, конечно, эта работа продолжится для того, чтобы такие же решения были в отношении станции скорой помощи и в Энгельсе, и в Балаково, и в Вольске, и в Балашове, и в других районах Саратовской области. Разговор этот давно назрел, но учитывая, что ВОЗ и поныне там, еще раз хочу здесь слова сказать, ну, если хотите, не очень приятное тем, кто отвечает в области и за здравоохранение, и в целом за организацию работы, оказания скорой помощи и качественных услуг медицинских, правительству Саратовской области нам крайне важно этот вопрос решить. Со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы эта проблема решилась как можно быстрее. И если у вас нет средств на это, давайте мы их найдем. Найдем либо как благотворительные или средства инвестиционные, привлеченные, но в любом случае нам проблему надо решать. В конце концов,
людям без разницы, какой источник. Главное, чтобы скорая помощь вовремя приезжала, чтобы были оказаны услуги. Поэтому вот такое отношение к этой проблеме считаю недопустимым. И сделаю со своей стороны все для того, чтобы ситуация стала меняться как можно быстрее. Спасибо. Не болейте.